Меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству. И сегодня мы с вами будем работать над мистическим характером. Ну, актер может сказать, для чего мне какой-то там мистический характер, когда я все изучу и я буду делать это легко и просто. Дело в том, что я вам сегодня хочу предложить немного необычный метод работы с этим характером, с этой атмосферой. И что это значит? Это значит то, друзья мои, что когда вы делаете какое-то определенное упражнение, подумайте, как его можно сделать и по-другому. Ведь существует, как оказывается, множество возможностей работы актера. В данном случае я хочу вам предложить весьма необычный, даже я бы сказала, специфический метод работы с камерой и с атмосферами. Вам предстоит сыграть какую-то ведьму. Конечно, вы можете ее прописать, одеть в воображение этот образ на себя и начать в кадре что-то вещать и предсказывать. Но есть более интересный способ заключается в силе вашего взгляда, в силе вашего воображения и в вашем мощном энергетическом посыле. Итак, чтобы мне предсказать как можно таинственнее, я делаю следующее. Я усиливаю свой взгляд тем, что держу множество кирпичей в своем воображении. Помогаю руками поддерживать висящие кирпичи в моем воображении. Вы их сейчас не видите, но наверняка чувствуете, как атмосфера начинает тяжелеть. Вы это чувствуете, хотя находитесь сейчас за экраном монитора совершенно в другой сфере. Итак, мысленно держу кирпичи, и я начинаю предсказывать. Я вижу, что в этом году, в году тигра, исполнится ваша давняя мечта. И поможет вам в этом. Ваше сердце. Следуй за своим сердцем. Следуй за своим сердцем. И твоя мечта легко воплотится. Какие вопросы ты еще хочешь мне задать, дитя мое? Попробуйте это сделать дома самостоятельно, и количество кирпичей, которых вы будете держать своим взглядом, которые вы будете держать и как бы толкать руками, будет зависеть от мощности ведьмы, насколько она сильная и насколько она должна уходить в трансовое состояние. Решать вам и вашему режиссеру. Также рекомендую, если вам в кадре необходимо нагнетать обстановку, чтобы атмосфера стала тяжелой и невыносимой, то просто-напросто, как маг и волшебник, повесьте в комнате множество кирпичей. Держите их, усиливайте. Сделайте невозможным дышать в этом помещении. Мысленным взором уберите весь воздух из этого помещения. А если надо сделать удар, сомкните воображение и кирпичи, и у вас получится вот такой эффект. Это метод работы Лары Шум. На протяжении многих лет я учила своих учеников,
и делала свои определенные выводы. Поэтому добро пожаловать ко мне на обучение актерскому мастерству, которое проходит дистанционно. Познакомиться с ним можно под этим видео, есть ссылка. В конце видео будет ссылка на это. Если по какой-то причине вы не можете оплатить обучение, бывают разные моменты в жизни. У меня есть прекрасная книга по актерскому мастерству, которая называется «Мощный актерский мастер-класс». Эта книга написана легким и доступным языком по всем правилам мастер-класса. В этой книге предоставлены схемы, также ссылки на определенные эпизоды, отрывки из фильмов, для того, чтобы вы смогли лучше закрепить материал. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. До встречи на моем YouTube-канале. Подписывайся на мой канал и приобретай книгу по актерскому мастерству.